Итак, всем здорово, я продолжаю проходить Resident Evil 4. Итак, йота. У нас уже на очереди шестая серия, первый сезон, мы еще в деревне. Итак, сначала мы заберем этот вот бочонок с объем. Так, теперь потратили поиском ключа. Так, что мы делали в прошлой части? В части мы, короче, добрались до церкви, искали ключик, но его ни хрена не было. И надо найти это. Что мы и делали. Короче, все, я... Короче, я очень хочу спать. Вроде как я засну, ёпта. Я засну и буду попкай. Так, ладно. Шучу, конечно, нормальная игра, моя любимая, я уже говорил в прошлой части. Самая лучшая игра в мире. Ну, наравне с GTA 4, конечно. Ну, Rockstar и Capcom для меня самые лучшие компании. Делают игры просто, я бы сказал, но не матерюсь же. Внимание. Опять этот знак. Кажется, я знаю, что уже будет. Готовим джойстик. Так что по Шенди и смотри. Будем пытаться. Давай, нажимай, попка. Какое облегчение, сука. Ну, буду тут вечно дрочиться. Так, ладно. Так, собьем этого гамасика. Так, где у нас тут винтовочка? Старенькая винтовочка, столетней давности. Сейчас собьем вот этого гейку. Пока он перезаряжается, я смогу уже маску побежать и обратно. Ну ладно, мы ее прокачали. Вообще лучше эта винтовка говно, я взял ее только потому, что она одна. Потом, когда появится другая, такая скорострельная, я уже возьму ее. Хотя, кстати, я не знаю, но эта винтовочка даже еще в моде. Она была в Resident Evil 6 за одну вонг, эта винтовочка. Такого типа тоже после каждого выстрела перезаряжаешься. Еще была в Resident Evil Revelations 2. Похожая винтовка. Так что все норм. Ну беги, давай, давай, гмасик. Мы тебя подождем. Получил по мордасам. Сам напросился. Короче, это у нас уже шестая серия. Записываю я ее опять же ночью. Ну, поздним вечером в 11 часов. Это видео я как раз пришел, помылся и записываю до тебя. Так, я. Ох, успели. Коричневое яйцо. Как щедро. Ну ладно. Да, собственно говоря, хватит уже тут дрочиться. Мы должны найти ключ от церкви. Ёх, мать. Ох ты. Капкан четко было. Ты что встаешь? Я пора ложиться. Потом ночь мозг посмотрел. Ну ладно, все. Тебя мы уже оттопили, как следует. Так, тут, короче, должна быть сигарета, и я, ёб твою мать, забыл засечь время. И теперь хрен его знает, сколько мы будем тут проходить. Ну, короче, минуты 3-4, короче, 3 минуты уже прошло. Начнем с 3 минут. Будем засчитывать 3 минуты, и все будет норм. А, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошие курочки. Ёб твою мать! Ладно, сейчас бред не суну, пофиг. Дайте мне яйцо. Пожалуйста. Спасите меня от этих масиков. Ладно. Короче, сейчас мы пойдем на локацию. Тут тоже будет сложный проблематичный момент. И когда они когда отлетают в воду, я начинаю... Да блин, вот этот дебил меня вообще бесит, блин. Как будто его разработчики специально зачетерили, блин. Дебильный лоб, блин. В жопу его трахали. Ох, его трахали. Ну правда, какой-то читак, вот этот вот, который с копьем, я его бью, никак не могу попасть.
бред какой-то, он заскриптован как будто бы. Он как специально с первого раза попасть невозможно. Читер, блин, в натуре. Как его еще назвать? Ёп. Ну, блин, ну что такое? Ну какой-то вас только может. Пытается убить. Я приди сюда. Блин! Помешал! Помешал! Да, вот так вот берешь. На. Он это застрял на очень долго. Потому что эти чудаки не дадут покоя. Я вот так рано. О, золото. Ну повезло, что. Так, продолжаем дальше. Так, ходить. Кстати, когда тут CG, и он прыгает в воду, тут, короче, начинается, проседание. И куда ты кидаешь? За что? Что я съел, а? Что я съел? Но не обращай внимания на этих. На этих педиков. Просто идем дальше. Ты что такое-то? Ёб твою мать, почему не могу за гранаты? Ты сука! Ой, блин. Ну вообще, блин. Ну с такими темпами мы вообще до роли доберемся. Блин. Ну бред полный, блин. Вообще. Ну ладно. Страшного. Что так вот берем? При виде этих педиков меня начинает тошнить. Я серьезно. Поэтому что мы с ними сделаем? Правильно, разовьем им. Вот как же мне сейчас повезло, что меня не задело. Это просто такое, ёпта, везение. Сказал даже ультра везение. Ладно, ничего, в этот раз я уже не проиграю. Потому что я. Ой. И вот и пошло говно. Стой! Стой! Ах ты! Ты охренел! Стой, змея! Да ёпта! Как так? Попасть не могу. Тут, кстати, у нас трубка, то есть сигарета. Ну, короче, как угодно ее называй. Пошёл, пофиг. Просто берём. Блин. Эта вода меня бесит, потому что текстура нагружает, блин, за нее невозможно. Ты что такое? За нее невозможно нормально прицелиться, блин, там супер удар сделать. Вообще просто, вообще не стоит. Да ёб твою мать, да что такое? Да иди ты в жопу! Блин, пипец, они задолбали уже меня. Эти придурки. Тури уже бесит. Не могу. И гранаты взять тоже не могу. Тут кидаются, блин, тут швыряются.
Да блин, ты иди ты нафиг! Урод! Все, мне надоело. Берем их на без самотыков. Так. Тури уже бесит уже. Ну, своими топорами тупыми. Пускай они тут своих бьют своими топорами. Че такие? Долго. Ты! Ты ёб! Что это придурок? Ты не сосай, блин. Ты вообще охренели, блин. Уже сюда добрались. Вот, иди, в помойке там живи с бомжами там. Блин, вот из-за вас у меня змея убежала. Там яйцо могло быть. Все, да ёб! Я бы попал бы, и все, капец. Повезло просто, что я сейчас стрелять умею. На, нафиг, прям бах. Кто тут вообще бесит? Да блин! Вот это все перезарядка тупая. Все тупая перезарядка, блин, тупил. Где бы прошел? Вот сейчас обидно вообще было, блин. Пипец. Вот я бы его убил, чего мне стоило, если бы не перезарядка. Всегда перезаряжается, когда не надо, блин. Ты ёб. Ну то есть эти вот дебилы с этими. Бесит, пипец, блин, я бы охренеть как бесит. Это туман, и я вообще ни хрена ничего не вижу. Как специально. Понаставить, блин, какой-то фигни. Да пофиг. Блин, ну проиграли уже два раза. Ну ладно, ничего страшного. Я же говорю, чего мне стоило убить? Если бы не тупая перезарядка. Быстрее уже. Бери ты уже эти патроны. В натуре, ну уже в натуре бесит. Сам попался. Иди сюда. Ты, блин, ты задолбал это увиливать от меня по кругу. Циклоп. Иди сюда. Хорошо фармить яйца. Ты! О! Ну вообще, блин. Охренели. Короче, все, мне это надоело. Это дебилы, блин, совсем охренели. Тут опять, ну почему гранату некуда брать? Берем вот хедшоты, ставим по мордасам. Ух ты. У меня пистолет. Раз. Тихо. Тихо. Косой, блин, вообще пипец. Ой, ну нас нафиг, ребята. Мне всю жизнь так испортили. Теперь просто берем гранату и кидаем по этих. Мода. Короче, пошел, извините, что я так много проигрываю. Это все потому, что я, во-первых, очень хочу спать. Так. А во-вторых, очень проблематичный этап. Как всегда, хотя бы сохранили вещи, я не знаю. Что такое? Ты кто это? Блин, не задолбали, блин, иди нафиг. Вот дайте спокойно подкакать. Подрубка. Она, кстати, стоит, по-моему, 10, больше 10 тысяч.
Вот это вообще бесит. Этот Гондурас, он вообще пипец как бесит. Да и плевать на него. Очень тупо, блин. Этих дебилов вот ждем. Блин, дебилировать, да. Так вот бросаем. Ёб твою мать. Что она сейчас? Вот это вообще бесит. С этим тупым, блядь. С этим тупым самотыком, который он себе попу сует. Ну, не суть. Бесит они в том, что они как туда замахиваются этой фигней, так у них вообще хрен попадешь, как всегда. Кто бежит? О, еще один массек, который хочет. Короче, не важно. Уже тут толчусь, блин. О, пипец, я, оказывается, даже секундомер не запустил. О, охренеть. Зато я хотя бы змею сбил. Ну ладно, с третьего раза. Да пофиг. Ты будешь говорить, о, ты дебил, не прошел. Да мне вообще плевать, пошел. Мне главное просто пройти, блин, игру. Не важно, сколько раз я там сдох. Или как я там фейлил. Прошел, да прошел. А куда она делась? Ехать. Она вообще исчезла. Как так? Блин, или мне просто галлюцинации будешь, змея появится. Ну ладно. Короче, мы идем дальше. Так, и так. Сейчас забежим сюда. Так, тут у нас что? Так. А, ролик, смотрим. Ёб твою мать! Да уж. Короче, эти ганадосы, хренадосы, блин, как это там зовут. В общем, они убили нашего друга там, этого полицейского. Ну, того, которого, короче, озвучивал. Ну, это, короче, который очкастый. Короче, которого он Куасилин, по-моему, озвучивал. Ну да, в принципе, так оно и есть. На костре, который был, это у нас... Ну, который на костре, это толстый, которого Хаотикс озвучил, а который вот сейчас они сбросили, это у нас который очкастый. Этого. Или наоборот, я не знаю там. Нет. Тут кто. Того, кого они. Короче, я не знаю, сейчас, блядь, ошибусь и все. Короче, не важно. Главное, что одного из них они сожгли, а второго они выбросили в воду. Да. Уж. Так. По-моему, я тут не то пропустил. Ага, вот. Я так и знал. Ух ты. Золотой браслет забежен вашим дипломате. А. Здорово. Так, сейчас у нас будет одна небольшая битва. Так, опять у нас некуда сувать. Блин, это вот вообще бесит. Вроде как сделали, блин. Большой кейс. Ни хрена сюда ничего не вмещается. Специально. Все, сохраняемся. Все, ё. Да, что-то у меня с этой шестой частью, шестой серии, то есть действительно какие-то, блин, серьезные проблемы, блин. Я уже не знаю, какой по счету раз я это видео перезаписываю, наверное, 200-й, блин. Пипец, блин. То сначала этот баг с картой, что то она сама по себе включается и так до бесконечности. То тебе тот баг с джойстиком, ну не баг, а просто он не работал, блин. Нужно было
Квик там ивент выполнить, это ты рыбы уплыть, ну с джойстиком нужно было выполнить. А он, сука, не работает, блин. И чё, мне опять перезаписывать? Вот никак не могу этот дебильный этот босса пройти из этих тупых багов, блин. Ну ладно, думаю, на этот раз я думаю все пройду. Так. Да, думаю, на этот раз все пройду. Пожелаем мне удачи. Я, кстати, баг с карты, это, там отдельное видео сделал, потом посмотрим вместе. Так, ладно, все. И смотрим уже 300-й раз этот ролик. Так, а что нам нужно убить этого дебила? Ну, то есть, рыбу нужно убить. Так, берешь нафиг. Так, вот так, осторожненько все делаем. Потом, когда я брону, расскажу тебе про бакс-карты. Чему он, собственно, распущался. Конечно, начинается, блин. Давай, давай. Давай, попка, плыви. Плыви, мотор, мотор, моторчик. Моторчик. Так, используем яйцо. И еще эту какашку. Так. Видишь, что он, блин, всегда так. Так, прям раз, прям по мордасу. Только, пожалуйста, не ныряй в воду. Ну, конечно. Хочет защитить свои раны. А я как будто не хочу. Так, сейчас нужно его, в общем, отследить. И в него прям это копье нафиг прям. Прям ему прям в лицо. Ну, где ты есть, да? Вот он. Давай, плыви, попка. Ну блин, это специально. Ну ёб твою мать. Ладно. Всё, жёлтая жизнь, всё будет окей. Давай, плыви. Не заставляй меня ждать. Так, сейчас используем. Ещё яйцо. Ну плыви ты уже. Теперь он, блин, влево появился, то он влево, то он вправо, он вообще не поймет, что он появится. Ну ты дурак, ну ты опять. Блин, вот это он сыкнул, я в него стреляю, а он прячется. Ну так я не играю. Так, ладно. То он такой большой, блин, жирный дрыщ, еще прячется. Так, вот. На, верхней косой. Снег, который дебил есть, который косят. Я сейчас не прокосил, просто он. Так, плыл очень. Топа, на. Ну ты специально, да? Я боюсь этого, блин. Ну, давай. Так, берем его. Прям ему в рожу. Ну, наконец-то. Наконец-то мы это прошли, это дерьмо. Нажимаем быстро! На нафиг!
Да уж, эта шестая серия действительно затянулась. Блин, пипец, сколько мне вообще пришлось усилий у себя затратить, чтобы этого босса пройти. И почему-то сложность была не в боссе, а в игре, блин. То играю резко под карты, блин. То играю резко, блин, джойстик не работает. Ну пипец просто, еле прошел. Уже, блин, должен сверхъестественное смотреть. А я, блин, только это и прохожу. Ну ладно, сейчас будет еще один такой ролик. Блин, жалко, тут такие ролики вообще ничего не говорят, блин, голоса не вставить нельзя, чтобы поржать. Я думаю, это будет только последний ролик, и следующий ролик уже будет интересен. А, нет, следующий ролик потом будет с Эль-Гиганто, там тоже не будет разговора. Ну, там мало будет разговора, ну ладно, пофиг, короче, смотрим дальше. It's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Да, 6 часов я не появлялся. Вы это задаете вопрос моей тупой, блин, этой. Как его, версии игры, блин, или не знаю, что там залагал, джойстик или что. В общем, тут какая-то записка, сейчас мы ее прочтем. Так, ничего интересного. Ну вот, началась там следующая глава, ёпта. Так, дойду я, пожалуй, до еще одной машинки, и все. И спать ложиться. Даже сверхъестественно не посмотрю. Какая жалость, ну ладно. Так, надеюсь, у нас места хватит. Ну, в общем, баг с карты, и, в общем, карта постоянно включается, то выключается, опять включается, и так само по себе все всегда включается. И, в общем, пришлось мне вообще систему перезагружать, чтобы этот баг убрать. Не только систему, но и джойстик и клавиатуру. В общем, я сделал отдельное видео, и там я все об этом рассказывал, и там, в общем, такая фигня была. Я тут много фейлил в этой 6-й серии. Поэтому я в Camtasia Studio ее склею, там вырежу некоторые моменты, там все нормально было с этим тупым багом. Ну ладно, ничего страшного, скоро все нормально. Итак, у нас записка, давайте прочтем. Анонимное письмо. За водопадом спрятан важный предмет, если вы достанете его, вы сможете вытащить Эшли из церкви. Но помните, что путь к церкви не прогулка по парку, вам придется столкнуться с тем, кого они называют Эль-Гиганто, поэтому да благословит вас Господь. Насчет того, что происходит с вашим телом. Если бы у меня была возможность помочь вам. Но, к сожалению, это не в моих силах. Так, я не знаю, кто это оставил. Может быть, это Вонг, хотя кто его знает. Ну, похоже, конечно, на нее. Итак, в общем, я узнал, почему у Леона ихняя кровь. Потому что, ну, в общем, вкололи. Садлер вколол ему шприцом, пока они были с Луисом в заточении. Садлер, ну или мистер Хаотик, вколол шприцом там вирус. И поэтому в его венах течет ихняя кровь. И это был всего лишь сон, конечно, то, что он стал мутантом. Но этот сон может воплотиться в реальность, но через некоторые дни. Ну, поэтому Леону нужно поспешить, спасти Эшли и плюс еще найти сыворотку. Так, прежде чем мы будем сохраняться, я съезжу. Так, тут можно тоже, в принципе, рыбу сбить, но я этого делать не буду, мне и так уже, блин, весь инвентарь заполнен. Тут можно рыбу сбить, так, и можно отправиться к этому
продавцу. Давайте к нему отправимся, что-нибудь купим. Ну, это видео пошло затянется на минут 40 из-за того, что я тут фейлил в начале, как ты помнишь. Итак, вот его логово. А, когда я сначала первый раз, я вообще не знал, что этот логово есть. Потом только догадался. Ну да пофиг. Просто идем к нему. Нам нужно еще ему эту сигарету продать. Так. Нужно сокровище найти. Хорошо, что они меня вообще вмещаются. Так. Так, берем шпинель. Так, что у нас тут еще есть? Так, толкаем ящик. Так. Нет, нифига ничего нет. Дорезаем палитинки. Двигаем ящички. Да уж, эта серия вообще мне трудно далась, если честно. Вообще, блин, пипец просто. Особенно на этом моменте с этим Делилагу, блин. Тупым. Он меня убьет. Сначала по 100 раз мне пришлось перезаписывать. То залагала карта, блин. Постоянно включается, выключается само по себе. То, блин, джойстик не работал, блин. Пипец просто какой-то. Ну ладно, я просто я ночью записывал, бывают такие фейлы. Ну и не знаю, что случилось, может просто джойстик что-то. Ну, короче, это джойстик, скорее всего, потому что когда я его отключил, он стал потом работать. Так, ну ладно. Тут можно спрыгнуть к продавцу. И взять патроны. Блин, ну как всегда мне их некуда. Ну ладно, я 10 возьму, один выкину. 10 же лучше, чем один. Блин, да, выбросить. Все, короче, сейчас покупаем у него. Так, сначала продаем какое-нибудь говно продаем. Какую-нибудь хрень. Так, теперь продаем ему трубку, как бы сказал Спан ГТ. Курить, сука. Так, потом браслет. Так, ну у нас мы в элегантную маску вставили один этот камень, еще два осталось, в кружку два камня вставили. Так, остался один. Ну, когда вставим, я это, конечно, продам. Так, теперь у нас... Ну, тут опять же ничего не нужно, только место занимает. Так, теперь мы прогрейдим. Мощность. Так, винтовку. Да, винтовки лучше всего, конечно, грейдить именно перезарядку, потому что в натуре эта старая винтовка, правда, перезаряжается очень долго. Так что не нужно так особо тратить деньги на другое. Ну, конечно, я не считаю тех людей, которые оставляют эту винтовку там дебилами. Потому что, ну, они, правда, может, хотят похардкорить. Но если они этого хотят сделать, то лучше, конечно, ее загрейдить именно перезарядку. Чтобы была быстрая перезарядка. Так, сейчас у меня проседает до 5 FPS. Ну да ладно, просто дождь идет, конечно. Вода еще пусть. Конечно, проседает. Все, короче, сохраняемся, идем дальше. Блин, где сохранение? Так, сохраняемся. Все, идем дальше. Конечно, в этой части тоже не будет роликов таких ржачных, потому что никто из них не говорит. Ленка же сказал слово «щет». Там, когда увидел, что одного из полицейских убили, но, к сожалению, потом уже не было никаких монологов, диалогов. Но они будут совсем скоро. Тут начинается самое неприятное. Появляются эти тупые ласплаги, с которыми можно всего убить. Так, и как я уже говорил в прошлой серии, что лучше к ним близко не подходить. Потому что они могут нанести огромный дамаг. На, нафиг. Они просто бьют очень так далеко.
Вот, я не попал, мне просто повезло, что я стрелять умею. Берем. Ёб твою мать, так и хайди уже. Какой лаз. Наконец. Кто заметьте, Пашенди, это был первый Лас Плагас. А что же будет, когда будет уже дальше? Будет еще сложнее, как ты уже мне и говорил. Так, а мы двигаемся дальше, не будем терять никакого времени. Так, это... Перепрыгиваем. Так, тут можно... Тут, точнее, не можно, а нужно. Даже нужно. Сбить вот того гмасика. Так, сейчас мы с винтовочки собьем. Заодно проверим перезарядку. Скорость перезарядки. Идем. Ну, более-менее быстрее, чем раньше, конечно. Но все равно медленно. Но мы все равно будем покупать скорострельную, так что все нормально. Так, берем патроны. А, там еще шпинель. Так, сейчас будет у нас Марио. В одном моменте. Так, мы идем дальше. Не обращаем внимания на фейлы и все такое. Так, сейчас нужно сбить эти коробки. Мне говорил, надо стрелять по цепи. Нафига стрелять по цепи, когда можно с винтовкой коробка на себя упадет. Некоторые дебилы пытаются там в цепь прицелиться. Зачем? Когда можно тупо прицелиться в саму коробку. Так, в общем, нужно пройти сюда, остановить водопад. Чтобы это сделать, нужно повернуть рычаг. Мы нашли колечко Ахмеда. Так. Тоже его подадим. А, блин. Да блин. Ну почему? О, есть идея. Блин, вот это, конечно, вообще мне не нравится. Ну ладно, выбросим эту флешку, нам трава важнее. Да блин, да... Так, ну все, слезаем отсюда. И идем дальше, вот это было сейчас Марио. Ту-дун-тун-ту-дун-тун-тун. Тун-т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 ун. Ладно, не суть. Так, сбиваем эту коробочку. Точнее, бочонок. А, кстати, да, есть еще один момент, где есть коробки, которые находятся на земле. А, вспомни, пошел в третью серию, когда мне не понравилось, что коробка находится на земле. В общем, есть такой один момент, где коробка находится на земле. Это момент, когда мы начинаем уже третий сезон. Когда уже начинаются военные, там в начале в самом, когда мы на остров попадаем, там такие два таких бугра есть, и там на них стоят такие две коробочки, тоже на земле. Тоже, кстати, такой не очень удобный момент, но ладно. Вот мы перекрыли воду, и теперь сможем пройти через этот водопад. Но не тут-то было. Короче, бежим в эту богину. Значит, богинечку. Так. Сейчас она сагрится, эти зомби. Ё-моё. Ты серьёзно? Короче, я просто тупо их воду сталкиваем, потому что брать я ничего не буду. Тупо просто бьем.
Патрик всех. Берем золото. Так, всех убили. Почему я говорю, что нужно их всех убить, но имею в виду столкнуть в воду? Потому что не потому, что я застал их убивать, а просто потому, что у меня уже не хватает места, чтобы что-то от них брать. Ну, кроме, может быть, золота. Но золото я и так достаточно уже от них взял, так что все нормально. Так, все собрали. Идем через водопад. Так. Вот, кстати говоря, и знак. Амулет церкви. Так, теперь направляемся в церковь и спасаем Эшли, ёпта. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Да, ты права, попка. Нам, правда, нужно забрать Эшли. И её трахнуть. Ну, я бы, конечно, если был бы Леоном, конечно, бы взамен попросил бы, конечно, чтобы его трахнуть, но я не могу, я же честен в своих поступках. И тут появляется у нас кот Вероника, резидент у кот Вероника, где присутствует летучие мыши. Ну, и тут вообще не убьешь, так что это глупо. Так, ну, мы садимся в эту лодочку и прямо едем туда. Вот в этот домик мы приехали. Хоть в это сохранение. Так, перезаряжаемся. А, у нас нет патронов. Ну ладно. Так, перезарядим за дробовик. Все, короче. Так, мы приехали в то самое сохранение, с которого я начал шестую серию. Ну, я тут же ее, собственно говоря, и закончу. Так, ну вот мы и пробегали. Короче, ладно, так, сейчас просто зайдем. Так, дадим ему колечко Ахмеда. Так. Так, у нас нечего покупать, как всегда. Что-нибудь улучшим. Так, у нас тогда на ТМП не хватило. Так, теперь пистолет прокачиваем. Ружье. Ну и все, на винтовку у нас не хватает. Ну да ладно, она равно. Так, в общем, не суть. В общем, в следующей серии мы... Так, сначала сразимся с этим Эль-Гиганта, таким огромным троллем. А, сука, прям будет нам мочить его, прям нафиг, прям вот так, прям по мордасам. Но не в этом суть. Когда мы его победим, мы должны опять побродить по тем локациям, где мы были в этой серии. То есть там, где я два раза проиграл, потому что там... Будут заново спавниться все предметы, которые мы должны собрать. Так, это нужно сделать, чтобы потом больше собрать золото, купить больше вещей. Там нам встретятся новые враги и все такое. Так что, в общем, ну опять же, в следующей серии вряд ли будут ролики такие с озвучкой, такой вот, ну, которые, чтобы я смог вставить озвучку там ржачную. Ну зато восьмая серия точно будет уже с озвучкой 100%. Ну ладно, сохраняемся. Так. Сохранились. Так, ну собственно говоря, ну и всем пока. Это была шестая серия сериала Resident Evil 4. Теперь я пошел спать.